Что с тобой стряслось? Что-то ты хреново выглядишь. Ешь! Другое дело. Прости, приятель, оставшиеся для меня лады. Снова этот пес! Я давал ему фрикадельки. Ты давал ему еду? Да. 3 дня и 320 километров назад. Ты бежал за нами, малыш? Это нереально. Он что, подгоняет меня? Хороший пес. Да что с тобой не так? Что происходит? О, черт! Он спас твою задницу. Ты заслужил фрикадельки, дружище. Спасибо. Лео, остановись! Майкл! Продолжай плыть, Артур! Я сейчас! Лео, мы должны его забрать! Майкл, мы так близко! Он один из нас, так? Я не дам ему утонуть! Один из нас! Плыви, Артур, мы сейчас! Поплыли за ним! Артур, я плыву! Давай посмотрим, сможет ли он. Вот так, давай. Аккуратней, малыш. Вот так. Вот так. Если он может бежать, то мы тем более. Этот парень финиширует на стиле. Давайте. Команда «Железнодорожники». Второе место. 5 дней, 13 часов, 37 минут, 21 секунда. Доктор говорит, что пришло время. Я дам вам пару минут попрощаться. Артур, я не хочу, чтобы тебе было больно. Ты через столько всего прошел. Ты сделал для меня больше, чем можешь представить. Артур, ты должен мне сказать. Ты хочешь, чтобы я отпустил тебя? Мы будем бороться вместе. Мы отвезем тебя домой. Хорошо? А вот он! Эй, Майкл, с Артуром все будет хорошо! Мы не уверены, что он выживет. Могу потрогать его? Да, только нежно. Иди сюда, дружище. Я здесь. Все хорошо. Да. Мы здесь. Давай, малыш!